Хрена себе тут хайграунд, вы чё? Разработчики, это... Да вы представляете, это почти под... Вот это вот такой вот уклон, и ты должен на него заходить. На гитаре я играю, я мужчина, все я знаю. Почему у Слардара рот просвечивается? Это что такое? Как это играть? О, вот сейчас чекайте, сейчас в ВС он будет играть нормально, этот парень. Езже. Боже, у меня так руки сгоревшие, такие, все болит, все, вот это все так. Плюс посмотрите, это все, вот эти раны, это все, печку топишь, когда и сжигаешь себе руку, так падает эта тяжелая штука тебе на руку. О, найс, опять лина. Вы не устали с этих лин? Так, Слардар, что, керри? Слардар. Слардар, что, керри? Или еркек? Сопка. Дин дин дрин дин 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 дри бри бри дин. Ту ти бри ти бри ти бри ти бри ти ти. Изи бычок, изи коровка. Изи бычок, изи коровка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это называется, когда на тебя кто-то подписался. Смотрите, в инсте. Пацан пролайкал все. Все, что можно, пролайкал. Братки, да, кстати, не забывайте подписываться на инст. Изикатка. Чё там, Азия, спик дерьма, получается, не флудите госпектру, я на ДК. Господи, что спектра, ДК, вы чё, как вы это будете выигрывать? Слардар во что, в роум пойдет? Если Слардар в роуме, это будет очень страшно. Господи, у меня все руки в колючках с этих дров. Меня Слардар только будет зажимать, и я буду делать, и все. Ой, Слардар, клок, ну вы поняли. О, господи, что за пик? Да ну серьезно. Ну какая спектра? Какая нахрен спектра? Фармит офитом. Да вот как раз таки тащи, зависит от четверки, а не от фармит, тащи. Фармить любой дурачок может, а правильные мувы делать. Даже я порой не могу. Вот это серьезно. То есть правильные мувы даже я порой не могу сделать. ГГВП. Стан, стан, стан.
О, сейчас клокверк другой будет, сейчас будут тушить. Ладно, го, вот так вот сделаем. Теперь без тангусов. Пробуем. Мы проиграли эту игру, опять чекайте пики. То что за дисбаланс? Почему за сентов? Я знаю, из-за чего это, за мои статы, наверное. Типа, ну серьезно. $85 винрейта, господи. 4.3 КДА. Из-за моего КДА закидывает так. Дисбалансно. Мы эту игру опять вкатываем. Почему я еще ни разу, кстати, мид не пошел? А, я ж пошел мид, когда Неруб мид у меня забрал. Может попробовать сейчас через Madness? Блин, тут какой тут Madness? Тут... Хотя, в принципе, Madness фазы. Быстрее выфармлю, по лесам пойду. Го попробуем через Madness, типа. Через Madness. Странно, я могу биндить курьера. Full контроль даже не надо, что ли. Тогда у меня баги какие-то, пацаны, что делать? Махачи. Нерубчик, нерубчик. Го пробуй забирать. Ой-ой-ой, это что, супер ГТР? Ару. А, не. Руки холодные. Две катки. Выиграл. Какие холодные. А, Супер ГТ, это Серега, а то был Супер ГТР. Это был Супер ГТР. То есть это даже Серега. О, засуицидим крипов. Да что ты извиняешься, мне срать вообще. Я вон крипов не добиваю. Линия запушится. Сейчас третий левел сразу. Оп. Все потому, что деда не встретили. Ненавижу на спектре ласхитить. Вообще отвратительно. Пока фазы не купишь, конченые. Всегда было проблемно на ней фармить. Деда суицидишь, тогда все нормально, линия выравнивается. Пугна молодец, разминает, его нормально. Третий левел, добрый вечер. Здравствуйте, можно мне третий левел? Да, вообще вопросов нету. Спасибо, всего доброго. Сейчас деды. Дедочки сейчас сделают свое дело. Мне бы тангус один. Было бы пушечно. Вот такой. Или хапай. И ничего не получай. Или... О,
тоже. Там Куру себе мидер забрал. Полхил хотя бы. Положим. Я всех крипов прогулял просто под тавром тут. У меня 120 маны. Не пойду я туда, господи. У него тоже сапог. Пол линию быстро запушим, чтобы он эксплойта не получил. У меня саппорты отвели лайн. Ну, как я и сказал, типа луз на стадии драфта. Дайте мне куру. Нет, гоу на бэйю. Сколько крипов. Жесть. Миллион крипов просто. Что там у нас? Вот так, пожалуйста. Хорошо. Давай, 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 товарищ. Все, на базу. Чапай. Свой левел бы. Разминать энеми. Это так не очень. Алина придет, по идее, ко мне. Так ожидаемо. Боже. Это так ожидаемо просто. Просто так ожидаемо. Ну, 13 секунд. Боже, Слардар, что с тобой? Стан не можешь кинуть. Второй левел, пятый левел, третий левел. Ужас. Ну так. Так мы не выиграем эту игру. На хосте. От нас же не отходи. Хорош баш. Найс баш. Отличный баш. Лина, по идее, на исходную пойдет. Да, Лина на исходную пошла. Боже, такие читабельные мувы. Если вот эти мувы все досконально прочитывать, вообще изи катки на самом деле. Я сейчас маску возьму, пойду. Маски. Леса колотить. Кто у нас керри? А, у них керри ДК. ДК сыпется от спектры. Нет ульты. Там файт какой-то, да? Трое. Хорошо. Минус тэшка. Не добью. Позже. Думал, больше дэмэджа буса. Ничего страшного. Но ничего страшного. Оп. Хорошо.
Настоящий? Лол, свидел просто. Я второй хочу качать. Маску бы. ДК спушил, молодец. Пол маску. Быстрее фармить. Будет пушкой. Так, по топу пойдут они сейчас, да? Понимаю. В принципе, логично, что пойдут по топу. А мы будем спокойно леса колотить. На регенах. Чтоб на лох хп не стоять. Момска, дебашер. ГГ там. Огни. На линию бежать. ФЗ ломают просто. Они доминируют сейчас. Они очень сильно сейчас доминируют. Они сейчас реально доминируют просто. Они толпой душат одну сторону. Типа ДК ходит спокойно фармит. Что ему нужно. Вот типа вот так вот. Спокойно стоит, фармит. Я ему тут не конкурент, когда он в форме. Тем более Мидас есть, да? Опять меня перефармили. Это смешно, конечно. Опять видит. Души, души. Жили уйдет. Хорошо. Аднес и ману, пожалуйста. Как раз через Магнуса. Аднес хорошо тут зайдет. Сразу Маднес получается, сразу и побежали. Класс. Классика жанра 83 карты. Сейчас вы посмотрите, как фарм пойдет. Маднес — это жесть. Это фарм контора просто. На 85, на 83 плюс. На спектре. Очень быстро фарм будет сразу. Побежали на изи кэмп. Ты не знаю, там овнят мою команду вообще в налину просто. Я не пойду туда. Там их четверо. Они вчетвером просто играют. У нас нечем им отпор давать. Куда пугна идет? Идет. Пока ДК фармит. Опять такая же игра, как и прошлая. Просто, ну реально. Просто что за дисбаланс? Что за дисбаланс? Дикий. Дикий дисбаланс какой-то. Ну, я руну забрал хотя бы. Этот вивер опять. Ну, ой, вивер. Вы поняли. Забейте просто. Мысли вслух. Там меня отпылесосит. Да даже Лина отпылесосит меня. Просто зацепит и отпылесосит. Убивайте сами, я такое не буду делать. Может, тут даже без Радиенса нужно будет играть. Второй? Хорошо.
топе фарм подходит был. Пешку? Парочку. Лина на миду. Лина Ю. Магнус не видел я. Успел уже. Хорошо. Да пофиг на тэшку. Го сюда, ломаем. Размениваем. Нафиг вообще. Размениваем. Сейчас если клок залетит, будет плачевно. Входим. Убьем, скорее всего. Магнус затащит. Хорош. Хорош. Ну, братан, души. Слушайте, если сейчас так пойдет, я могу в сакрет выйти. Это плачевно для них будет. ДК в керри, слабый ДК. ДК в керри это слабый ДК. ДК должен быть агрессивный. Он там мидасы. У меня 3К есть уже. Пассивно, по чуть выфармливаем. В любом случае у нас что-то получается. Пассивно, пассивно. Так по чуть маны хватает с аквилы. Более чем интересно получается. И 200 на кармане, это хорошо. Правда, леса нету. Так, фарма нету. Ну, топ сейчас ДК подпушит нам. Топ ДК подпушит. Хорошо, я не успею этих отвести, поэтому просто так душим. Почти есть сакрет. Рук на низу. Клок там стаки замутил. Сейчас пройдем вот так вот по лесу и на топ-линию выйдем, и уже будет сакрет. Возможно, даже больше будет. У меня маны нет, если что. Придется на базу лететь потом. Лететь, а лучше ману притащить одну. О, с лордару лицо сломали. Сейчас линии запушим. Вернее, лес. ДК армлет. Это хорошо. Заберу. Надо отвести. Все вот так поверху. Отлично. Магнус молодец отвел. Крипов ману кинулся, не сбиваем. Можно в магаз отправить, потому что у нас уже есть сакрет. Улучшил тайминг прошлой игры. Идет. ВП. Лес. Чуть-чуть. Надо на Б чухать. Пацаны за мной выехали, походу. Го на Б сходим.
почти есть. Радик. Молодцы, молодцы, ребята. Магнус молодец, сейчас отлично подсейвил, просто респектулька. Красавчик. Сейчас топ пойдем двинем. ГГ. Топ толкнул. Почти есть хаунд, да, 60 секунд, минута на 19.39 будет готова. Магнус сейчас там крипов оставит у нас. Жалько. Хаунта нету. Они там сами разбираются. Почти ульт есть. Ждите. Ждите. 13 сек. А, нет, больше. А, минус 5 сделали. Без меня. Изи катка. И нам не нужен, говорит уже. Амаль. Отсек. Тут кто-то был, по-моему, если у меня не глюкануло. Возьму ОЕК. Позже я соло заберу его, нет? Тут жаль, ББ нету. Нормально, минус 2 сделают. Отлично, корабль заехал. На креста посадит, еще крест торрент будет. Куда побежал? Выживет, выживет. Крест Рентович. Молодцы. Да, получше, чем прошлое, конечно. Но прошлое прям дикий дисбаланс был. Тут хотя бы ребята жесткие. Мысли не дал бы пройти. Он уже дошел, он уже зашел туда, лол. В смысле не дошел бы. Он же туда зашел в рошпит. О чем речь? Да господи, добейте рошу. Вот так вот сделаем. Ждем. Коги. Побежали. Хорошо, КД. Вот
Лучшие корабли у нас в клубе, да. Понимаю. Дальше фармим. 2200 есть. Маеги сейчас, в принципе, тут фармить и не нужно. Брать и душить. Яшку, манту. И поехали. Доегай. Помни вот эту тему в топ-ТБ. Когда все хорошо получается, все братишки красавчики. Когда все хреново получается, нету синхрона, синергии нету. Я твою мать, я твоего отца. Да вы все кончены. Да я про, да я вот в 10-м сезоне там. Понимаю. Это норма. Это норма, ребят. От любви до ненависти один шаг. Так, ну что? А есть Аегис. В принципе, можем очень сильно наглеть. У меня есть Аегис, это очень хорошо. Размениваться. Маднес все же в профите. До сих пор. Опа. Коля Куе, ультуй. Хорош. Убил таки на минус Аег, но сам сдохнет. Сам сдохнет. Аппарата. Понимаешь? ДК. Тайгер Башер. У меня айтемы очень сильный, но я очень хлипенький. ЛТшку. Если что, на ТП прилечу. Че, дефиль будет? Не-не, пусть они там дерутся. Душим. Задушили. Еркак. Еркек настоящий. Кто еркек, кто еркак. Сейчас манта и гоу. Линия уже тяжелее будет убивать меня. Он через ульту убивает. А чё, pure damage? Изи. Блин, о чем речь? Хорошо, побежали. Крипы на пассиве запилятся. Так, отлично. Манта есть. Тут манта дешевше, что ли, стоит. А пофиг, в принципе. Привыкаем к 83-й опять. Пока не удалили. Поиграем на 83-й, потому что тут играют топ-ТБ на 83-й. Так, почти есть ульт, да? Половина, 49 секунд. Манта есть, в принципе, можно уже сильно не бояться. Полтора КХП, закайтить что-то я смогу в любом случае. Так, Магнус зацепили, у нас Магнус уезжает у нас на форстафе. Отлично, у нее еще улетает клок. Просто молодец. Магнус уходит, сейчас будет даггером, там кидается ему урна. Соответственно, с даггером он не сможет уйти. Сейчас ребята должны уходить и б. ДК ловит, стана дает. Так, ну, Слардару ГГ, скорее всего, да, его убьют. Слардару там все накидали на лицо. Кидали на лицо. Нахрена я сюда, собственно, иду? Я когда еще 30 секунд. А, не 30 секунд, 11. 9. Я туда уже прыгать не буду. Наверное. Или прыгнуть, ладно, ультанем. Пусть побьет ульта. Там такие лоу хп. Можно было даже прыгнуть. Некоторые челы нажимают ультимейт и типа прыгают, не думая о последствиях. Вот я сейчас не нажал, типа я знал, ну я забрал бы двоих, может быть. Может быть больше забрал бы. А может быть троих забрал бы, но я бы
кинулся, да, может бы... Ну, то есть тут вариативность такая, что может быть даже и ничего и не получилось вообще. Хрен с ним. Никогда не жалею о том, что уже сделано. ДК пришел. У меня 1.5 хп. Ну, дальше я не хочу идти. Мне дальше некомфортно идти. Г-байт. Вон он, байт стоит. Комфорт. У нас на самом деле по слотам все плохо. Ребят. Скади бы бахнуть. Описал бы скади. Грызаться. Ушить. Друг. Пока там не оделись, ребята. Можно душить. Чистый левел аппарат, господи. Он как и в прошлую катку играл, так и это. Ару. У меня есть ульт, если что. 2300 на кармане. На самом деле я чувствую, что они уже начинают делать какой-то перевес. Под раком. Кто-то там идет. Потому что пацаны там что-то фигней страдают. Отойду лес дальше. Лина фармит, все фармят. Фармим. Че, вы драться хотите, что ли? Пушить хз. Не два, да, и я за пару лю. Паску сделаю. О, закончу. Хорошо. How may I serve? 31 минута Тараска. Скади еще. Сделать бы какой-нибудь. Есть Тарас, можно душить. Дабл дэмэдж, отличная руна. 20 сек. Хаунт. Хаунт. Можно сейчас взять, тпхнуться на топ. Опа. Бегу. Бегу, ульт аппарата летит. ДК влетел, вижу. Меня Тарас, пацаны. Я в карапасах стою просто. Да, он меня еще ДК стан дал. Иди сюда. Изикатка. Изикатка. Ребят, топ ТБ ваши.